Вот в Клину я не был. Да, конечно, все лицо. Департамент. Тюк. Чё? Дума написана, а какая? Вот эти здания, они типичные на самом деле. Соболь. Соболь и две, не знаю, две горки чего-то запрещенного. Как это прочитать-то? Департамент, непонятно чего. Курган? Да не, не может быть. Хотя, что это может быть еще? Кургана? Что-то там кургана, что ли? Если ты про предыдущую локу, то это был не юг. Предыдущая лока была в Клину. Угол. Колмы на флаге. Ага. Где он там, ваш курган-то? Нет, здесь, ладно. Да тут все дороги такие. Площадь Ленина, кстати. Во. Площадь Ленина. Там же Ленин стоит. Это ж Ленин. Я знаю, сколько дней. Ну не, ну начинается опять какой-то юг. Вот это какой-то юг. А, ну господи, Пятигорск написано. Даже не заметил. Пятигорск, гостиница Южная. Трамвайные пути. Это под углом куда-то расходится. Это автовокзал, что ли, или что это? Это просто вокзал. Искать-то. Допустим. Ну, более-менее на запад. Восток. Гостиница Южная, да, еще? Нету сразу. Гостиница Южная в глаза не бросается. Почти. Почти. Сейчас я просто гостиницу ищу. А, вот. Это реально вокзал? А Южный это где? Они что, переименовали, что ли, солнце? Сюда наш. Ну да. Гарантии низкой цены. Площадь. Фестиваль песчаных. Укрепим берега. Август-сентябрь. Территория парка Зеленый остров. Экологический форум. Скульптуры. Непонятно. Непонятно.
Что-то для культуры какой-то. Дом культуры. Какой дом культуры? Или это просто городской дом культуры? Деревья странные. Деревья странные очень. Семизначный номер. Дом что-то там. По-моему, опять это не залочило. Хрен узнает. Это потрескавшийся асфальт как минимум. Не, ну сверху асфальт. Что там внизу, непонятно. Может быть и бетон. Странные эти все-таки. Не, наверное, просто городской написано, дом культуры. Вряд ли это название. Ой, нет. Супермаркет. Одежда. Все бесполезно. Там же конец. Там нет города дальше. Он не такой большой. Ну, праворулька. Раз. Вроде нет. Праворулька. Нормальный руль. Нормальный. Ну, парочка праворулек есть. Но немного. Ну, это обычный российский флаг, а это... зеленый, что-то синий, белый. Который рандом. Нет. Чё совет? Когда совет? За что совет? Ладно, надо что-то выбрать, уже бесполезно так сидеть. Томск. Ланбак. Хабаровск. Ну, Хабаровск намного крупнее, скажем так. Какая у вас там жесть? Рассказываю про жесть. Хабаровск намного крупнее. Если это только где-то в Хабаровском крае что-нибудь. Ну, маловато праворулик, фикси, я всего две нашел. Ну вот это может еще праворулька, но все равно в Хабаровске много больше. То есть это скорее вот что-то чуть-чуть вот... Томск как-то выглядит. Мне кажется, Томск он крупнее. Томск должен быть крупнее, основные площади у него здесь, а это какая-то центральная площадь. То есть это что-то маленькое, мне кажется. То есть условно какой-нибудь Саянск или вот Уссурийск что-нибудь такое вот. Братск вряд ли, Канск. Канск, мне кажется, низенький и... Я со Сибирском... Какой-то пасмурный, насколько я помню, все время был. Абакан. Я куда-то сюда прошел. Это может быть какой-нибудь Амур, как вариант, конечно, но вряд ли. Амур, в смысле, вот этот. Может, не Косомольск. Ладно. Ангарск вряд ли что-то. Мне кажется, Ангарск крупнее тоже. Ну, кстати. Не, он какой-то большой. Бирск. Правильно? Не, ну это без вариантов было. Найти Бирск. Ну,
А город Невельск? Город Невельск? Невельского, все, Невельского, не, Невельского. Надо еще вспомнить только, где это все. Очень хорошо, где-то здесь, нет. Не, видимо, я ошибаюсь. А, вот он, господи. Че-то как-то не похоже на него. Не, что-то другое. Ну, город другой. Его имени только это где-то в другом месте находится. Угол. Привет, Герман. Здравствуйте. Че ты сегодня рано? У тебя перерыв в обучении. Ну или это реально он? Тогда там вода должна быть сразу. Оно? Здесь просто ничего нету. Ну вот администрация, наверное, тогда вот это. Ну вон еще музей какой-то напротив. Да вот это. Видите, как ты это вообще нашел? Тут на карте ничего нет. Даже ни одно дом не нарисовано. Я про Юти спрашивал, он же это как-то искал, чтобы сделать карту. Путник тоже. Ах, какие колонны. Ну не, ну что начинается? Что за. Ну что это опять такое, а? Ну. А, Зелена. Градск. Это повтор, по-моему, но я и в прошлый раз его нашел, насколько я помню. Только я не нашел, по-моему, точное место. Я правда не искал. Странное место. Какая-то эта штука. Тут это что ли? Ну, по-моему, Ленина, что ли? Ну, скорее всего, здесь. Скорее всего, здесь. Так, ладно. Есть какой-то церковь. Какой-то церковь. Алёша Попович. Ярославские краски. Иконы, книжная лавка, платки, сувениры. Нет, это не юг, это где-то вот скорее вот, да. Ближе вот к Ярославлю, скорее все-таки. Так я не знаю пока где. Не могу понять. Почему юг-то? Не, не юг это. Может, юг. Это что-то почти как Золотое кольцо, только не знаю кто. Ростов, подожди, Ростов. Что-то я не помню, в Ростове такого. Вот такого.
Такого я там не помню. Хотя, может, это он и есть. У входа в церковь. Есть вход в церковь. Здесь ничего иконное это. Росмонтаж. Юрист, недвижимость. Там конец. Десятое мая, секонд хенд. Что? Чего внизу написано? Не пойму. Кто в Кумбан, короче? Ладно. Нет? Нет? Ноги нет, обувь. Могли бы написать чьи сувениры хотя бы. И там тоже. И там тоже. Данилов. Ростов, Лыскин. Где-то недалеко, наверное, все-таки. Ну, мне кажется, это не Ростов. Там как-то иначе все было. Так, стоп, это юг, да? А, нет, подожди, а если с этой стороны? Вот так вот. Вот так похоже. Кафедральный за спиной. Так, вот, вот эта часть стены. Ах, вот оно что. Мы просто сюда не ходили, в эту часть. Да, вот. Мы вот так пришли, вот, вот отсюда сюда зашли, погуляли внутри и вышли. И сюда надо пошли. А сюда мы не заходили. Поэтому я не знаю это дело. Окей. А там миленько. Начинается снег. Здравствуйте. Автодорожный. Это был Ростов Великий. И это был Ростов все-таки. Шестьдесят первый? 61. Ну теперь что, другой Ростов, что ли? 61. Ну да. Другой Ростов. Ну вот и мне казалось, что да, это Ростовская область была. Ну, походу здесь, кстати. Походу здесь. Сбербанк, пить кофе. Расчет наказывается. Палермо, ДНС. Еще как-нибудь запин кофейня напротив шахты. Ленин. Там есть Ленин? Сквер. А Ленин-то где? Улица Советская. Магнит. Вон есть там магнит. Здесь магнит должен быть. А, вот. Так, мне-то ближе сюда, наверное. Тут
здесь. Гордость твоя лобит нанги. Гордость твоя лобит нанги, ясно? Так, надо теперь вспомнить, где они вообще находятся, ваши лобит нанги. Здесь, что ли? Да. В смысле? Сейчас мне еще надо найти вашу гордость. Не очень понятно, где это находится. Здесь, что ли, это? Городской суд. Дом культуры. Дом культуры. А это что? Реально суд вот это что ли? Пиццерия. Погоди, я еще ничего не нашел. Вот это что ли памятник? Да нет, тоже как-то не похоже. Какой памятник? У меня в ушах звучит, а? Какой-то чувак. Город Лобутнанги. Еще Лобутнанги написано в зоне. Додо пицца. Окей. Че моя? Понятно. Дом. Понятно. Дом. ВТБ. Ладно, допустим. Хоть что-то есть. Школьная? Почему школьная? Где ты увидел школьную улицу? Не похоже, мне кажется. Мне кажется... То ли Маркса, то ли Мира, вот это вот написано. А, вот эта пицца. Вот этот самый. Ладно. Ладно, найден, кажется. Вот этот туда заезд. Долговато, конечно, получилось, но ладно. Да не так уж и долговато, 13 минут. Быстрее, чем кое у кого. Не будем показывать пальцами.